Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы говорите о том, что не можете общаться со своим мужем, потому что он ведет себя таким образом, что провоцирует вас на значит, ну, эмоции определенные, да? То есть он говорит вам неприятные вещи, вот, он вас оскорбляет, он вас унижает, ну, так, да, иногда достаточно откровенно, иногда менее откровенно, но в целом это происходит. И вы, как бы, в итоге начинает кричать, что, собственно, вызывает у него позитивную реакцию, да? Вот, он улыбается и говорит, что вы истеричка, что вы сами все придумали, и как бы смотрит на вас, как на не совсем адекватного человека. Также он ведет себя с матерью и братом своим, вот, ну, как бы, мужу все равно. Собственно, вы спрашиваете, что делать, как можно донести до мужа, что нужно уважать окружающих людей. Близких людей. Вы знаете, вот ответ на ваш вопрос зависит на самом деле от того, каким изменениям и готовы ли вы вообще к изменениям. То есть каким изменениям вы готовы и готовы ли вы вообще. Во-первых, ну, как бы уважать близких окружающих людей не нужно. Это у вас есть требования к своему мужу, чтобы он уважал. Поэтому вы не принимаете в своем муже вот такую его черту. Это первое. То есть вы требуете от него быть другим, не тем, кто он есть. Второе. Вас задевают те вещи, которые он вам говорит, и вы, ну, вот вы говорите ему, что это неприятно, но по факту вы перекладываете ответственность на него за то, что неприятно вам, то есть вас, его слова. Задевает, он это видит, он знает, что вы сдерживаете, что вы копите негатив, что вы взорветесь, и он это сделает. Но момент в том, что негатив вы копите по причине конфликта внутреннего. Ну, например, муж, допустим, говорит вам, что вы толстая, и вам это неприятно, например. А вы не можете отреагировать на это с юмором, вы не можете отреагировать на это иначе, что вам неприятно. При том, что это системно, то есть вы системно ждете, что муж однажды изменится. Вы на протяжении длительного времени, как мне кажется, ожидаете, что ваш муж наконец-то меняется, при том, что эти перемены, они вот возникнут таким образом, да, что вот вы ему говорите, вот вы показываете, что вам неприятно, и однажды он раз и понял. Ну,
мягко говоря, это не совсем реалистичная позиция, мягко говоря, да? Так вот, вам неприятно то, что он говорит, например, по поводу вашего веса. Вы ощущаете некий внутренний конфликт, то есть вот, вот это вот неприятно, да, вот это вот неприятно, оно вами не исследуется, то есть вы не очень понимаете, например, вот вы чувствуете, что вам неприятно. Какие мысли вызывают это чувство? Именно ваши, да? То есть как бы стоит за этими мыслями. То есть какой там конфликт? Этого ничего, допустим, не раскрывается, к примеру. И вам неприятно, вы обвиняете, условно говоря, своего мужа в том, что вам неприятно, и по поводу всех остальных вещей, которые он вам говорит. Отсюда копится негатив. То есть, если мы берем локально вот этот негатив, да, локально берем то, как вы реагируете на негатив, причем с точки зрения реакции на негатив, это не, ну, не только про мужа речь, хотя здесь вы пишете про него. С точки зрения негатива, реакции на негатив, на провокации, можно, в принципе, говорить про любого человека, который находится, ну, к вам вот на некой определенной позиции, что вам становятся важны слова и то, что вам говорят. Понимаете? Вот. Здесь может быть установка, что мне важны то, что говорят близкие, здесь может быть установка, что я должна соответствовать тем ожиданиям, которые есть у близких по отношению ко мне. И, соответственно, обиды на мужа за то, что он не ценит того, что вы для него делаете. Ну, это как вариант, да? Вот. То есть, в целом, действия мужа активируют у вас некую внутреннюю проблему, активируют у вас некий внутренний конфликт. Например, связанный с, допустим, там, ну, не знаю, с ощущением себя женщины, допустим, с восприятием своего возраста, восприятием своего веса, простите, веса, вот, с там еще какими-то моментами, то есть тут вот есть варианты, но вы это перекладываете на другого человека, то есть на него, теперь это ты виноват, ты говоришь, вот не надо так, значит, говорить и так далее, да? И именно вот это ваше не надо, именно ваше перекладывание ответственности, ваше обвинение его, и является подкреплением для поведения для поведения вашего мужа. То есть пока вы даете ему то, что он хочет, пока вы даете ему это, он не будет меняться. Да и какой в этом смысл, сами посудите. Вот. Дальше. Смотрите, вы говорите, что муж ведет себя вот, ну, таким образом, да, что создается впечатление, будто в целом его отношение к вам достаточно такое негативное, обесценивающее и прочее. При том, что единственной вашей реакцией на его поведение является, ну, какая-то родительская позиция, что вот мужа нужно воспитывать, да, ну, мужа нужно донести, что близких нужно уважать, что я приучила его говорить спасибо в нужных случаях. То есть это вот какая-то попытка человека
которого вы, по идее, выбрали, которого вы, по идее, полюбили, а значит, приняли таким, как он есть, вы подстраиваете под себя. То есть это вам, это вы требуете, чтобы вам говорили спасибо. Но нужно ли вам, чтобы вам говорили спасибо в нужных случаях, а не тогда, когда человек действительно это хотел? И для чего вообще говорить спасибо, если этого не хочешь, если к этому не приучен? Это большой вопрос. Да, это ощущение, что вы хотите выстроить вокруг себя определенный мир, в котором вам было бы комфортно, вам было бы защищенно. И вы для этого стараетесь сделать все, но это не получается, из-за чего вы, в общем-то, испытываете неудовлетворение. При том, что посмотреть в корень этой незащищенности, в корень своего желания выстроить вокруг себя определенную реальность, вы как-то вот не хотите. Вот. Поэтому волей-неволей мне напрашивается вопрос, для чего вы с мужчиной. То есть вы можете сказать, ну, типа, нужно же пытаться сохранить семью, не расходиться же из-за проблем. Тем более, что, ну да, неприятно, то, что он так себя ведет, но не бьет же, да, да, там, не ругается, вот, там, не изменяет, не пьет, то есть, как бы, таких откровенных каких-то, ну, откровенно негативных таких вещей нет. И вы, наверное, будете правы. Но вопрос в том, что вы сейчас к мужу чувствуете, понимаете? У меня ощущение, что вы воспринимаете его, с одной стороны, как ребенка, и вы ведете себя с ним как родитель, воспитывая его, пытаясь его чему-то научить и так далее. А с другой стороны, вы ведете себя как... вы сами ведете себя как ребенок, прикладывая ответственность на него за те внутренние противоречия, которые у вас вызывают его поведение. Следующий момент. Донести до вашего мужа, то есть нужно уважать близких никак, потому что он их не уважает. Вам необходимо поработать с вашими требованиями. То есть именно вот требования нужны. То есть именно вот требования, которые вы предъявляете другим людям, и по сути, вы переживаете неудовлетворенность из-за того, что ваши требования не реализовываются. Вот. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, да, помимо того, что ваше сообщение выглядит как, ну, ваш вопрос выглядит как некая такая жалоба, да, на своего мужа. Последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание, это, пожалуй, на то, что вам, вот не то чтобы нравится, что он с вами делает, но, понимаете, если для вас неприемлемо его поведение, а он вас довольно серьезно, как вы говорите, унижает и оскорбляет, то, ну, вы бы ушли, а вы не ушли. И либо вы держитесь на очень высоких требованиях, либо на родительской позиции, либо на то, что мне души вам нравится. То, как он к вам относится, то есть это такого своего рода мазохизм. Вот. Ну, может быть, еще есть страх одиночества, страх остаться одной, не знаю. Ага, я не мог не обратить внимания, что вы с мужем довольно давно, с 19 лет. Вполне вероятно, что вы к нему отлично привязаны, вполне вероятно, что у вас от него есть какой-то степень зависимости. Вот. Вполне вероятно, что вы пытаетесь, опять же, в глубине души добиться его одобрение, вот, и разрывается между детской потребностью в одобрении и родительским желанием перевоспитать, вот. То есть я бы здесь поработал над формированием более эффективной модели поведения для выравнивание модели поведения, потому что взаимодействие супругов – это система. Если поменяет свое поведение вы, то изменится поведение и у мужа тоже.
А дальше уже вам нужно будет разобраться в себе и решить, что делать дальше. Человек не меняется. Устраивает ли вас такое проявление любви или нет? И что вообще вы на данный момент ощущаете к своему мужу? Дальше. Значит, смотрите, вы говорите о том, что в определенный момент времени начинаете кричать, да, ну на мужа, имеется в виду, вот, агрессировать, я думаю, что данная история становится возможной благодаря тому, что должным образом вы себя не защищаете. То есть вы не принимаете действительных удовлетворяющих вас мер для того, чтобы чувствовать себя защищенно, чтобы чувствовать, что вот, да, вот я смогла сделать так, чтобы защитить себя, защитить свои интересы, вот, я смогла сделать так, чтобы оказаться в безопасности, вот. Мне кажется, это неумение самостоятельно обеспечивать себя полной безопасностью, неумение защищать себя, вот, в какой-то степени позиционирование себя как женщины, и женщины, я здесь имею в виду психологическую позицию, то есть это требование, чтобы ко мне относились как к женщине, но при этом, при том, что я требую, чтобы ко мне относились как к женщине, я веду себя достаточно сильно, могу, как достаточно сильно, вот, веду себя как родитель, могу вести точнее, себя как родитель, вот, и удивляюсь, что ко мне не относится так, как будто я слабая, как будто я женщина, при том, что я терплю, да, при том, что я терплю, я терплю какие-то вещи, которые мне не нравятся, вот, и это не ценится, и из-за этого мне тоже боль, вот. То есть, как бы, ну, это, вот, это в какой-то степени тоже, мне кажется, является проблемой, и проблемой довольно серьезной, проблемой достаточно существенной, вот. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать, что вы, ну, на самом деле, действительно хотите с этим делать, и хотите ли вы вообще с этим что-то делать, потому что, мягко говоря, вот эта позиция
как, ну, как донести до мужа то, что нужно уважать своих близких, мягко говоря, эта позиция вызывает серьезные вопросы, потому что эта позиция связана именно что с другим человеком, и вот, к сожалению, к моему большому сожалению, я не увидел какой-либо мотивации у вашего мужа делать вот то, что вы хотите, то есть я не увидел какой-либо мотивации, которую бы вы давали своему мужу, чтобы он ну, поступал вот таким образом, каким вы этого хотите. Поэтому решать этот вопрос, конечно, вам, но на мой взгляд, вот именно на мой взгляд, да, тут ну, я бы обратил внимание на данный аспект, вот, и подумал бы о том, чего я хочу сама, и что я чувствую, например, что я чувствую к, ну, к другому человеку, да? Вот, и, соответственно, уже вот исходя из этого, да, можно будет что-то говорить. Ну вот, в принципе, такой ответ. То есть определитесь с своей моделью поведения. То есть вы кто в этой ситуации? Вы в этой ситуации женщина, да? Вы в этой ситуации женщина. Или вы в этой ситуации родитель? Понимаете, какая штука. Да, то есть, как бы, если вы в этой ситуации женщина, то и вести себя нужно соответствующим образом, да, то есть, не, там, допустим, ну, не терпеть, да, условно говоря, неподобающие отношения к вам, да, не требовать от человека, значит, чтобы он относился к вам как к женщине, а, собственно, своим поведением демонстрировать, что иного поведения, иного отношения вы просто-напросто не приемлете, да, ну, допустим. Допустим. Вот. Либо вы родитель, и в таком случае, если вы родитель, вам нужно быть готовой к тому, что мужчина своего поведения не изменит по отношению к вам, потому что знает, что вы, ну, вообще говоря, позиционируете себя как ну, весьма сильного человека. Вот. А это значит, что он может делать все, что захочет.
знаю, что и вы, не уйдете от него, да, потому что уже, грубо говоря, 20 раз уже могли бы уйти, да, но не ушли. Вот, то есть это все, скорее всего, ваш муж даже не боится вас потерять. То есть, понимаете, условно говоря, если прям вообще максимально, как-то вот упрощать ситуацию, то что ваш муж не боится вас потерять. И самый лучший способ стать для него ценным, это сделать так, чтобы он боялся вас потерять. Это самый легкий путь к тому, чтобы человек увидел вас, женщину. Это самый легкий путь. Ну, нравится вам это или не нравится вам это. То есть, в принципе, вне зависимости от того, нравится вам этот момент или нет, вне зависимости от того, согласны вы с этим или нет, вот, вне зависимости от этого абсолютно, реальность на данный момент, реальность, она именно такова. Поэтому решать в этой ситуации только и только вам. На этом, пожалуй, я закончу свой ответ. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы сделаете определенные выводы из того, что я сказал вам. Вот, и решите, что делать дальше. По-хорошему, вам, конечно, надо бы в терапию. По-хорошему. Вот, но это уже вам решать. Забыл сказать достаточно важный момент. Это то, что общего. Вот что общего между вами и вашим мужем, что вас объединяет, что между вами общего. Понимаете, если между вами общего мало, то сложнее воспринимать вас как, опять же, как женщину. То есть, как жену, да. Но воспринимать человека как именно как жену, вот именно как жену, ну это вот сами, я надеюсь, сами понимаете, это, мягко говоря, не совсем какая-то такая позиция, да, хорошая. Не совсем это позиция, ну, скажем так, позитивная. Поэтому здесь, пожалуйста, постарайтесь обратить внимание на то, что общего между вами и вашим мужем для того,
чтобы, ну, может быть, как-то вот к этому воззвать, может быть, чтобы к этому можно было апеллировать, вот, и, значит, проапеллировав к этому, вы могли бы, ну, получить реальный шанс на то, чтобы скорректировать ваши отношения с человеком. Вот. Это то, что я, собственно, могу вам сказать. Конечно, все это исключительно по желанию, и если желания этого делать у вас нет, но если вы, если у вас этого желания нет, то делать ничего не нужно, но если у вас такого желания нет, и вы придерживаетесь, например, цели или идеи, что мужа можно изменить, то в таком случае вам придется, наверное, платить в некоторой степени цену того, что человек будет воспринимать вас и относиться к вам вот таким образом, к сожалению, достаточно негативно. Я надеюсь, что вы со мной в этом плане согласитесь. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена.